Я не знал о том, что я туда пойду. Я сам не знал, это было спонтанное решение зайти на час. А, во-вторых, там было много-много людей, то есть человек где-то 20. Все обсуждали прошедший марш против ненависти. Там был Кирилл Калугин, Оля Бахаева, Анна Пруцкова, которая тоже пострадала от этого. Ну, я был в комьюнити-центре «Ласкай», планировал уже уходить, раз на запись сливок протеста, и потянулся за курткой, и тут ощутил удар в глаз. Я обратил внимание перед этим, что там стоят какие-то люди у входа в «Ласкай», но думал, что это просто наши люди там курить вышли, просто что-то обсуждают. Ощутил очень большой, очень сильный удар в глаз, и тут же начал... Потом пошли еще несколько выстрелов, услышал, и спрятался за угол. Ну и потом меня в этом углу, видимо, кто-то из них достал, там ударили по плечу и по ноге. Говорят, что бита была какая-то, ну, не знаю, там бита или нет. Болит сильно. А, то есть тебе вот этот удар вот в глаз попало сразу же, как бы вот этот выстрелом? То есть первым? Первым выстрелом попало. Ну уж кто эти люди, что они вообще хотели? Вчера вечером проходил скриншот группы «Гомофоб» питерской, которая очень радикальна, насколько я знаю. И там эта группа сообщала, что сегодня будут большие новости, ждите, что-то такое. Есть подозрение, что это они. Ну, кроме того, комьюнити-центру угрожали 3 недели назад, и, скорее всего, собственно, те же люди, что и угрожали. А кто угрожал комьюнити-центру и за что? Там не угрожали, а призывали, чтобы пришли и там проучили этих геев или как-то так, вот, что-то такое было. Ну, это было 3 недели назад, я уже не помню, но сам факт того, что я тогда, например, не пошел, меня отговорили, ну, не пошел в этот раз. Вообще говорят, что глаз видеть не будет, зрение потеряно, и, скорее всего, придется ставить протез на него.